это будет тяжелая игра, очень энергозатратная. Хотелось, наверное, двум командам победить. Ну, ничья, наверное, сегодня справедливый результат, хотя могли выиграть и мы, и, в принципе, Батэ. Но во втором тайме, мне кажется, мы чуть получше играли. В первом как-то первые 15-20 минут неуверенно начали, не знаю, что-то побоялись, может, ответственны за результат. Ну, во втором нормально прибавили, в принципе, появлялось еще больше моментов, ну, можно было еще больше забивать. Ну, честно, хотелось бы выиграть сегодня, нам 3 очка очень важны были, потому что могли бы подняться по турнирной таблице и догонять Батэ. Ну, к сожалению, ничья, поэтому неважно, кто забил, главное, что хотелось победить. Ну, 1 очко, идем дальше. Команда, видно, что у них коллектив хороший, все друг за друга бьются. Вот, в принципе, очень неплохо играют. Ну, мы подготовились к ним, знали, какие зоны они открываются, знают, как играют. Поэтому, в принципе, не сильно тяжело было, но больше физически и морально было тяжеловато, конечно. Но все игры непростые, поэтому Гомель — это будет Шахтер, Батэ, какая-то другая команда. Всем нужны очки, все бьются. Вот, поэтому каждая игра по-своему особенная. Ну, будем стараться побеждать каждый матч.